На проходную Гомельского завода «Литья и Нормалю» городская мобильная группа приезжает в 6:50 раніцы. Мониторинг традиционно начинается с контролю пропускного режима. На этом предприятии он, дарыча, довольно строгий. Работники оховы не только делают визуальный догляд особистых речев, але и используют металлодетекторы. А прича своей часовости приходу на працу членов мобильной группы текают так само физичный стан работников. Некоторые человек проходят проверку у нарколога. Один из них у вынику накировывается на додатковое обследование у специализованный диспансер. Приезд мобильной группы именно на это предприятие не выпадковы. 2 тижні тому на Гомельском заводе «Литья и Нормалю» отбылся несчастный выпадок, у вынику якого станочник стратил участку руки. Проверка по этому факте протягивается, але выводы необходимо робить уже зараз. Произошел несчастный случай на производстве, нужно изучить причины и для того, чтобы они не повторились. Не только на этом предприятии, но при посещении мониторинга на иных предприятий указать на те недостатки, которые произошли. Гомельский завод «Литья и Нормалю» – это больше 4000 человек, причем некоторые подразделения работают в круглосуточном режиме. По сутности, ЗЛИН – это сучасное предприятие, которое владеет высоким потенциалом, имеет складанное обслуживание и квалифицированные кадры. Хоть есть тут и один минус – это травмонебеспечная вытворчесть. Головный конвейер завода «Литья и Нормалю» сегодня тут собирают жатки для зернеуборочных комбайнов. Основная увага – якости выработок. Больше важным может быть только одно – безпека працы. За 5 месяцев этого года на предприятиях Гомельщины загинули 8 человек, еще 33 отримали тяжкие травмы. У неких выпадках виноваты сами потерпелые, у некоторых наймальники. По этой причине, подчас мониторингу Гомельского завода «Литья и Нормалю» без уваги не застается ничего. Проходжение медицинского контроля, пожарная безпека, захование отходов, стан обсталявания. Крыху позднее все заваги и рекомендации выказываются у кабинете директора, куда запрошаются головные специалисты завода. Никаких значных порушений не выявлено, а тому термин ликвидации недохопов достатково стиплы. До 10:00 раніцы 22 червня керівництво предприятия запевнивает, все работы будут выполнены своечасово. У нас своя мобильная группа на заводе организована, где входят главные специалисты в нее, и ходим, контролируем каждое цеха. Также ежеквартальные проверки. Мероприятия, вот у нас на заводе существует комиссия по продлению контрактов с нарушителями, где мы вызываем на комиссию нарушителя, заслушаем его. Можем и не продлить контракты, если грубо сказать нельзя, ну, нарушают. Олег Сентеров, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».